пощечина за попытку объясниться. В тот самый момент, когда директор южнокорейского филиала британской фирмы Oxy Racket Benckiser Атар Савдар пытался принести извинения за то, что обеззараживающие средства для увлажнителей воздуха, производимые компанией, стали причиной отравлений и даже смертей. Во время своей речи бизнесмен несколько раз получал тычки и удары, сопровождавшиеся возмущенным гулом. Oxy Racket Benckiser тем временем объявила, что готова финансировать программу по компенсации нанесенного вреда объемом несколько миллионов евро. «Мы не принимаем извинений. Бойкот в отношении продукции Oxy, как огонь в сухом лесу, распространился по Южной Корее. Эти извинения лишь попытка избежать ущерба от пожара». С 2011 года были выявлены 103 случая летальных исходов из-за использования обеззараживающего средства для увлажнителя воздуха, произведенного Oxy Racket Benckiser, а Южную Корею захлестнули уличные акции с требованием призвать к ответу виновных в выпуске опасного препарата.